Стаи птиц выпускаю из своей груди с каждым вздохом. Они машут и трепещут, как свойственно птицам. Сколько же их там? И откуда они берутся? Я богиня. Из ничего могу сделать нечто. Это магическая воронка в животе и груди, которую закрутила любовь. Это любовное ничто служит плавильным тигелем, в котором создаются разные миры и существа, от бабочек и медведей до стаи воздыхательных птиц. Они перестанут вылетать, когда плавильная печь окончательно остынет, и розовая любовная энергия осядет серым пеплом и черной сажей на стенах плавильного котла. А мне бы так хотелось творить бабочек и лебедей, цветущие сады и цветные радуги, переливающиеся, как северное сияние. Стаи.